Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Сегодня у нас в гостях руководитель люберецкого сообщества «Мама офлайн» Елена Олеговна Гайфуллина, которая была здесь у нас уже в гостях, потому что мы довольно часто касаемся этой важной темы. И, может быть, вы не в курсе, сейчас вы узнаете, что это такое. Но сразу же скажу, что 10 лет, да, 10, сообществу, да. Целых или всего, или еще, или уже, как вы это для себя? Тут... Наверное, когда ты оглядываешь назад, ты думаешь, целых 10 лет. Угу. Потом я смотрю на своих детей, и я как бы не против родить еще, и понимаю, что это еще 10 лет. Да. Это всего 10 лет. Да, а потом можно, в принципе, в активное долголетие. Да, кстати, тем более, что у нас возраст-то все время... увеличивается. Ну да, молодость, да. Мы должны с вами жить до 80, вы даже до 85, я до 80, поэтому получается, что в 30-35 лет это еще молодой человек или молодая девушка совсем. Ну, давайте, коль сегодня у нас такой юбилейный, можно сказать, эфир, начнем сначала, напомним, что это такое, что лежит в основе, какая идея, как это все происходило. 10 лет назад, это был октябрь месяц, мы нашлись, нас нашлись 3 человека, просто случайно в сетях, мамы, мы не были знакомы, мы познакомились в этой серии абсолютно случайно, чтобы кто-то где-то погулять, как-то провести это время, потому что на тот момент было очень, не было такого, скажем так, досуга для мам. И каждый из нас, мы просто встретились как раз на этой цели, что нам не хватало этого досуга. Потому что там от 3 лет там театр, еще куда-то можно было пойти. А вот совсем с малышами это, это куда? Это что? И наша первая встреча состоялась в октябре, 12 октября. Мы были в антикафе с детьми, и наша основная задача смотрите, была... Смотрите, как у вас антикафе, офлайн. Да. Все у вас, все по-другому, да. Так. Мы встретились с детьми, наверное, вот для вот этого живого общения, потому что когда появляется малыш в семье, особенно если это первый малыш, мама настолько сильно уходит в этот онлайн-режим, что это, да, ты, конечно... Отключается как бы, да? Да, ты отключаешься от реалий жизни, потому что, скажем так, особенно если мама родила там чуть раньше своих сверстников, и ее друзья продолжают дальше гулять и веселиться, а ты как бы остаешься вот в стенах, твой супруг уходит на работу, и ты думаешь, а я дальше что? И вот я, вот ребенок, и что дальше-то? Где она жизнь? Закончилось? Да. Нет, на самом деле это только все начинается. И по своему примеру могу сказать, что именно старшая дочь подтолкнула конкретно меня к созданию вот такого проекта. Сейчас у вас сколько детей? Двое. А вот мамочки, которые работают, ну, работают, это в хорошем смысле, да. Добрая работа такая в этом сообществе. От скольки? От одного ребенка до... До трех. Да. То есть в среднем... Пока мы держимся на трех. Возможно, кто-то появится, кто захочет еще родить. То есть психологически этот момент, потому что, ну, все-таки мужчине, как вы понимаете, все равно сложно это понять, никогда не поймет этого, как бы он ни старался. То есть появляется такое ощущение, что как бы вдруг ты вчера жила одной жизнью, да, какими-то, ну, там, радостями, удовольствиями, сложностями, проблемами, и вдруг все совсем другое, и многие действительно, мы же знаем разные истории, да, когда зацикливаются на себе. Ну, это... говорят, вот это пострадовая депрессия. Да. Мне кажется, вот наш проект – это именно тот формат, который помогает выйти из нее, потому что ты начинаешь вовлекаться в одно, во второе, там, в третье, ты вроде тут где-то статью прочитал, здесь ты где-то с мамами встретился, здесь ты где-то там пообщался с кем-то. Да, сначала в сети, но потом мама встречается на площадках, ой, я видела тебя в чате, ой, я там тебя видела вот в группе, ты там была, а что это такое? И как бы вот этот вот формат, он как клубочек закрутился. Ну, тут еще возникает такой момент, что, ну, я могу себе уже позволить, да, в советское время делать такое отступление. Вот там, во-первых, всегда считалось, что твои проблемы – это твои, да, ну, не было такого коммуникационного, ну, то есть друзья. Родственники. Но при этом мы понимаем, что одинокие женщины всегда были, да, матери-одиночки. Были семьи, у которых как бы было желание там вырваться и так далее. А были семьи нормальные, но все равно как-то был какой-то период, да, когда нужно, чтобы это все устоялось. То есть бабушки, дедушки, мужья, бывшие мужья, я не знаю, там как-то участвуют в этом процессе? Или это было создано именно исходя из того, что это персонально? Изначально это было для мам и детей, но проект
уже в первые месяцы своей жизни, в одной из встреч, когда мы проводили игру, это было вот сейчас очень модно, квизы, шоу, да, игры, да, вот эти. Да. Мы это сделали в своем формате из тех игр, которые мы набрали в том же антикафе, и к нам шел первый папа. Мы так переглянулись, папа, на наше мероприятие. Что-то, да, что-то такое. Да, но... Да. В прошлом году, или даже в позапрошлом, я сейчас даже точно сказать не могу, у нас был проект «Папа года», в котором у нас активно папы принимали участие. Скажем так, нас папы уже трясли, говорят, ну вот у вас там есть мамочка-люберчаночка, а что для пап? Кстати, да. И мы провели такой пробный момент, возможно, мы еще раз его проведем в офлайн-режиме, потому что это «Папа года» — это онлайн-режим, но встреча на награждение, да. Да. И я скажу, что папа активно принимает участие. Допустим, у нас есть парад колясок, это наше ежегодное мероприятие, ему уже 7 лет. Он немножечко там изменился, да, и если... Раньше мы там видели, мама вела там, так, давайте все соберемся, еще что-нибудь сделаем, то я знаю... папу, который приводит своих 5 детей, если я не ошибаюсь, на первом параде колясок было 5, а потом их стало еще больше, и все всегда участвовали полной семьей, они становились не один раз победителями проекта, и там именно папа вел. По главе, да, коляски, по главе, да. Да. Ну, то есть я почему этот вопрос адресовал, потому что, ну, сейчас, знаете, у нас разные люди по-разному понимают то или иное направление, и мама офлайн, некоторые начинают думать, что это какое-то собираются матери-одиночки, это же не так? Нет, разные? Нет, абсолютно разные. То есть это и полные семьи, и неполные семьи, и когда у нас ну, и многодетные семьи, неважно. Главное, что там есть мама и ребенок. Вот а какое количество там, что дальше, это уже... Но тоже возникает вопрос, что это же получается такая, как вы сами сказали, ну, случайно, да, благодаря социальным сетям, да, появляется этот проект. И вроде бы у нас есть детские... там, ясли, садики, в конце концов, школы, даже после школы там колледж или университет. Вам показалось этого мало? Мы, наши дети еще до этого возраста не доросли. А когда тебе до 3 лет... То есть это именно дальше мы уже... Или это можно продолжать это, и дальше? Это в том-то и дело. Вся суть проекта, что мы, когда вот мама выходит из роддома, мы, если что, мы здесь. Добро пожаловать. И мамы настолько втягиваются, что... Это и в школьные года уже, и мне кажется, я сейчас просто смотрю на тех ребят, которые к нам приходят помогать, это мама является у нас организатором, а ее сыну уже больше 18 лет. И он приходит, и он нам помогает там что-то где-то, какие-то коробки переставить, стулья передвинуть, что-то где-то поучаствовать, секундомером постоять на ползунковом забеге. У нас есть многодетный отец, это наш большой друг, он не состоит в чате организаторов «Мама офлайн», но без него не проходит ни одно наше мероприятие. То есть он везде всегда с нами, все звуковые дорожки он всегда знает. То есть, ну, как бы такое это больше уже такое дружеско-семейное. Но все-таки 10 лет, понятно, что если, то есть даже маленькому ребенку, 10 лет сейчас получается, да, ребенку, ну там может быть чуть-чуть побольше, основной, да, если вы запустили, сколько тогда было? У меня дочери было на тот момент... 2,8, 2,9 года. Да. 2 года. То есть сейчас, да, сейчас ей вот-вот будет 12. Да, то есть как раз они еще чуть-чуть и уже доберутся до такого сложного возраста, да, уже. А потом уже и до того возраста, когда, может быть, и им придется поучаствовать в этом проекте. Вот скажите, пожалуйста, а почему не постеснялись, почему решились на это? Ведь иногда многое... Ля-ля-ля, поговорили, я, и все умерло. По натуре я такая сама по себе очень творческая. Так. Я буду сейчас говорить вот в данном случае Давайте, конкретно конечно. Про себя. Я закончила юридический факультет. Вы еще и подкованная. Да. Так. Вышла работать в таможню, оттуда ушла в декрет. А творчество-то оно, ну, его же надо куда-то выплескивать. Прет, да, в хорошем смысле слова. Да, и оно, когда вот это вот прет, и ты уже остановиться не можешь, при всем при этом я поступала на режиссуру, но как в обычных семьях говорят, сначала получи нормальное образование, а потом творческое. Да. Творческое тоже получила образование. Но это было уже там спустя какое-то время. Но это нужно было где-то вот выдавать какой-то, хотелось выдать этот продукт, чтобы это было мероприятие, встреча, потому что, говорю, когда мы
только начинались, да, только зародилось наше сообщество, mm-hmm. это были такие более камерные встречи, это были встречи с психологами, uh-huh. это были только для мам встречи, это были какие-то семейные встречи, они были маленькие, уютные, то есть мы, вот как сейчас все любят вот, фотосессии, да, mm-hmm. фотопроекты какие-то, мы создавали, делали это в виде фотовечеринок, то есть для мамы это, опять, живое общение, для семьи это хорошие фотографии в фотозоне, для детей это общение, это какая-то коммуникация, и то есть в целом все уходят с праздника. А, может быть, это еще получается потому, сейчас это моя догадка mm-hmm. такая, что сейчас люди, вот тема соседи, помните, такая была, соседи, когда весь дом, ты знал каждого, кто где живет, мало того, что ты знал каждого, ты еще знал характер, ты знал привычки, ты, возможно, практически в каждом в подъезде, в каждой квартире где-то побывал там в каком-то возрасте. И я помню, ну, про то, что двери никто не закрывал, они летом были просто распахнуты, мы уже об этом не говорим. То есть раньше было ощущение, что люди, им далеко не нужно ходить, социальные сети не нужны, ты просто стучишься в соседнюю дверь, просишь луковицу, и начинается разговор, как твои и так далее. Потом, видимо, наступило время, когда все немножечко ушли в себя, и с приходом социальных сетей они как раз и заменили вот то, что раньше было. Здесь, наверное, не совсем правильная в отношении меня версия, по той простой причине, что мы живем вот две квартиры, угу. 30 лет вместе, и мы уже стали крестными друг у друга, и у нас дома двери не закрываются, я прихожу, у меня дома четверо детей, я так, вы суп все поели, посуду за собой помыли, да, я могу прийти, у меня дома никого нет, я зайду к соседке, потому что двери у нас открыты, угу. я зайду, раздену, сниму куртку, пойду поужинаю там. То есть это вот, ну, вот конкретно меня уже это не коснулось, потому что наши родители, которые жили в этих квартирах, точно так же общались. И передали вам как бы, да, и они передали, и я смогу сказать, что в своем доме я знаю, ну, 50% квартир, наверное, точно, кто как живет, кто с кем общается. То есть у нас это, несмотря на то, что дом, ну, вот он высотный, обычно в высотных домах такого не происходит, у нас все друг друга знают, все друг другу помогают. Но и это какая-то неожиданная история. Чат нашего дома появился только благодаря управляющей компании, а не потому, что мы хотели его создать. Потому так что, не везде, согласитесь. Да, так не везде. У вас какой-то особенный дом получился. Да, у нас выходит кто-то замуж, у нас выходит весь подъезд его проводить, там, замуж девочку, да. Прекрасно. Там как-то вот, ну, наверное, мне в этом плане повезло чуть больше, чем другим. Но согласитесь, что хочется, чтобы это было везде. Мне конечно. Мне кажется, этого сейчас не хватает. Не хватает. Когда люди не то, что они не замечают друг друга, они даже не здороваются. Да. Вот что поразительно. Да, у нас въезжают новые жильцы, они как бы не здороваются, и мы между собой... Надо сходить к ним познакомиться. Новенькие. То есть, да, что и, наверное, такое? Когда вы приходите, ну, так, чем от меня надо? Да. Чего сюда пришли? Ну, хорошо, сейчас мы сделаем здесь небольшую паузу, потому что это очень важный, на мой взгляд, момент, который мы сейчас коснулись в финале первой части, потому что, наверное, общение – это то, что помогает пережить хоть и радостный, но довольно сложный момент в жизни. Мы делаем небольшую паузу. Елена Гайфуллина у нас здесь в гостях, руководитель Люберецкого сообщества «Мама». Офлайн. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Говорим мы сегодня с руководителем Люберецкого сообщества «Мама офлайн», которому этому сообществу 10 лет исполняется в 2023 году, Елена Гайфуллина. Елена Олеговна Гайфуллина, которая не только мама со стажем, но еще и человек, который на фоне своей общительности, оказывается, до сих пор знает более 50% жителей своего дома. Мне кажется, это фантастика. Вам надо в депутаты идти. Нет, это не мое. Депутация точно не мое. Ну, смотрите, вы знаете весь дом. Вы будете, ну, добавиться там ЖКХ. И вы же наверняка, если у вас что-то случается, вы знаете, куда? Конечно. Да, ну, так и все. Мне кажется, что это... Вот так, наверное, рождаются общественные, ну, скажем, лидеры. Потому что, кстати, а почему вам нужно знать обо всех в доме? Это не то, что формат «мне нужно знать обо всех в доме». Ну, я вот так задаю именно, да. Да, а это, ну, происходит само собой. Это то живое общение, которое... Естественное. Да, то живое общение, которого мне в момент моего первого декрета не хватило. За счет, ну, вот именно конкретно вот этот момент подтолкнул меня там. Гуляешь с коляской, так. Да, где-то с кем-то познакомился, где-то с кем-то пообщался. Я хочу сказать, что
девочки, которые сейчас у нас 13 организаторов, некоторые из них такие же, как и я, которые точно так же знакомы с соседями, они ходят к соседям в гости, они собираются, там какие-то пикники во дворе, там кто что вынес, дети все вместе, все сели, потому что они не решили, в какой квартире они сегодня хотят посидеть и пообщаться. То есть погода хорошая, она позволяет слушайте, и погулять. А может быть, тогда это и есть, сейчас очень такой важный момент, рискну предположить, может быть, это и есть возвращение к вот этому добрососедскому отношению? Возможно. Выход из сети. Да. То есть, нет, мы сеть используем, например, может быть, для каких-то мы не удобных. Можем не использовать, да, сеть она, в наше время. Она удобна, да. Но когда хочется человеческого общения, и я ведь тоже помню, опять же, у нас не просто были посиделки, а еще я запомнил из совсем детских лет, когда накрывался такой стол, он шел через несколько подъездов, ну, прямо вот так, и все сидели прямо на улице, это город огромный. В моем дворе такое тоже иногда происходит, у нас один из соседей ушел на СВО, и когда он пришел в отпуск, мы встречали его именно так. Ну, так раньше то было, есть, кстати, да. Вот всех совсем еще, когда ни меня, ни вас не было. Но мне кажется, видимо, это и запрос есть. И еще тут такой момент, ведь, поправьте меня, ведь появление маленького человека, ну, наверное, для всех это замечательно, это хорошо, а для мамы это же столько всяких разных эмоций. Ведь говорят, что иногда конечно. Мама даже немножко и зла может быть, ну, как-то внутренне на ребенка, потому что много всяких и биологических, ну, и физиологических. Я скажу, что есть мамы, которые и злятся на своих детей, которые там и радостные моменты проживают вместе со своими детьми. Мамы все разные, да, но они все люди, которые так или иначе желают общаться. И в каких-то вот в общении, да, наш проект... Один из примеров, это на одном из конкурсов «Мамочка-люберчаночка» пришла мама, ей было около 40, сын подходил к возрасту 18 лет, и мы спрашиваем, зачем ты пришла на проект, когда был кастинг, он говорит, вы знаете, мой сын решил, что ему нужно дожить до 20 и все. И, говорит, и меня это пугает. Он говорит, а что мне делать дальше? Говорит, я смотрю на тебя, и я так не хочу. После этого проекта он говорит, я решила ему доказать, что да, после 40 тоже жизнь есть еще, ого-го, какая. Когда мама там пела на сцене, выступала, танцевала, получала подарки, сейчас этот молодой человек, я, ну, как бы, я знаю, что он отслужил в армии, что и семья объединилась максимально близко, и что мыслей таких нет. Больше чем уверена, мы просто сейчас не так близко общаемся с этой мамой, что вполне возможно, может быть, в этом, может быть, в следующем, а может быть, через год он станет папой, потому что отношение поменялось. И наш проект, он именно дает вот этот вот толчок тем или иным мамам для каких-то там решений, каких-то тех же семейных проблем. Потому что ты пообщался с одной. Не каждая мама придет к психологу и скажет, у меня это дома да. проблемы. Да. Кто-то постесняется, кто-то побоится, кто-то не знает, а какого психолога. Кто-то скажет, угу. Нет, если бесплатно, есть же вот этот стереотип. Ну, если конечно. Бесплатно, то значит да. не очень хорошо. Да, а да. если платно, а на платно у меня нету денег. Да. И получается тогда без психолога. Да, и получается без психолога, и это очень много каких-то определенных сложностей, переживаний, не зная, куда выйти, кому позвонить, но вот эта вот поддержка какая-то, или очень много вопросов у нас идет от мам, у нас есть чат мам наших люберецких, где подскажите, пожалуйста, сантехника. Пожалуйста, ну, тут же прилетел удобно. Номер, да, то есть это вот это вот то самое сарафанное радио, которое, ну, не нужна реклама. Ты задал вопрос, ты получил ответ. Я сама столкнулась с такой ситуацией, когда у меня завтра начинается ремонт в квартире, а я не могу разобрать стенку. И мы с детьми что-то крутим-крутим, у нас эти вот стены падают, полки падают. Я такая, все, я больше не могу. Я говорю, я хочу уже даже спать. Я написала в чат, мне тут же дали контакты. Через час приехал мужчина, разобрал мне стенку, выбросил ее, и все, и утром у меня начался ремонт. Ну, вот тут еще такой важный, знаете, такой стереотип тоже, что мамочкины чат это что-то сверхъестественное. В каком смысле? А насколько там модерация проводится, чтобы все по делу? Или они разные есть чаты? Есть чаты разные. Я состою в нескольких чатах. Я и в областных состою, и по Москве, по разным районам состою. Потому что мне нужно понимать, как работают, скажем так, другие чаты. А, то есть вы еще смотрите в хорошем смысле слова на коллег? Да. Да. И у нас очень четко следится. У нас, во-первых, нет рекламы.
вот этого постоянного спама, купите у меня тортик, купите у меня тортик. А-а-а. У нас есть дни саморекламы. А такое у кого-то где-то есть, конечно. Да? У нас есть дни саморекламы, где мамы, девочки, мы объявляем день саморекламы. И кто-то, здесь иллюстратор, здесь кондитер, здесь фотограф, у кого-то магазин одежды, все рассказывают про себя. И это же определенного рода, вот это сообщество, это определенного рода доверие. Угу. Ты от кого? Я от мамы офлайн. Значит, можно доверять. Ну, ага, здесь есть, как бы... Слушайте, ну вы превращаетесь тогда уже в какую-то такую организацию, которая что-то среднее между безинтернетным общением и интернетным общением. Просто в наше время... То, чего не было. Да, в наше время вот, ну, мы не можем жить без интернета, мы не можем жить без телефона. Ну, как бы мы ни старались, пандемия тому итог, когда мы все ушли в онлайн, и наши вот эти вот офлайн-мероприятия, которые мы проводим по несколько раз в год, мы поняли, что нам делать. У нас сейчас вот накануне должен же быть парад колясок, мы же готовились. Mm-hmm. И даже вот в этой ситуации, несмотря на то, что мы ушли в онлайн-режим, mm-hmm. мы все равно смогли расшевелить, потому что, ну, пандемия показала всем, что мы не умеем жить вместе. Я помню, когда была пандемия, своих студентов надо же делать новости, а они же снимать-то нигде не могут. И мы придумали, говорю, так, вы слушаете новости и ищете в доме, что можно снять и подложить в качестве картинки mm-hmm. под это сообщение. И там, например, вот про пандемию куча было вот медицинской техники. То есть при желании можно было придумать даже такое. Ну хорошо, мы сейчас идем потихонечку к завершению нашего разговора. На сегодняшний день какие цели ставит перед собой сообщество, которому 10 лет? Что дальше? Иногда кажется, что, наверное, вот, ну, пора нам всем разойтись. У нас дети выросли, мы закончили. Как бы, дальше-то нам что? Не грустно и не скучно. Да. Вот, многие ушли в работу, но так или иначе я понимаю, что, возможно, мы где-то поменяем свой формат. То есть даже по некоторым мероприятиям мы смотрим, мы в этом году решились поменять формат парада колясок, и мы сделали карнавальное шествие. Точно так же вот конкурс «Мамочка-люберчаночка», мы решили его немножечко трансформировать, потому что это все хорошо, но это требует очень много сил и от нас тоже. Конечно, это выдается как хорошая картинка. Мало кто видит, что происходит, ну, вот, в период подготовки, когда девочки ходят на мастер-классы, общаются. Я знаю, что у очень многих после этого проекта поменялась жизнь. Кто-то нашел друзей, кто-то нашел крестных своим детям. То есть это вот, ну, настолько сплочение, все общаются, все видятся. В парках ты идешь, и там тебя узнают, да? Тебя, это не конкретно меня, да? Расширился круг общения и круг, скажем, благоприятного общения расширился. Это же немаловажная история. Да, круг общения, он расширился очень сильно. И я думаю, что мы в связи с изменениями, все-таки 10 лет прошло, да, некоторые проекты как-то пересмотрим. Можно оставить младшую группу, а теперь уже думать, потому что для вас-то ребенок будет еще долго ребенком. Конечно. Пока вы будете, кстати, но он всегда будет здесь ребенком. Здесь же в первую очередь все равно идет акцент на маму. Ага. Потому что... А мама же бывает, когда начинаются проблемы, когда дети становятся, вот то, что вы рассказывали, сильно взрослыми. Как это очередной психологический удар, да? Конечно. Когда ничего невозможно этому взрослому или этой взрослой объяснить, и она прямо вот... Я тут уже как по студентам своим знаю, что я даже поражен, насколько мы уже научились вот сдерживать себя, потому что... Все одинаково, в хорошем смысле слова. Потом надо подождать этот период, но, тем не менее, не каждая мамочка может с этим, наверное, справиться. Конечно. Ну, тут... Тоже как вариант для работы. Да, это все сложно, но опять, мама же все равно продолжает, слава богу, рожать. Вот. И вот потом, маленький средний, там, младший или младшая. Да, то есть мы хотим именно немножечко вот этот вот формат для мам немного изменить. То есть, возможно, объединить там, есть такие, конкурсы, как «Мамочка-люберчаночка» и «Мама года». Это два совершенно разных проекта, а если их как-то вот серии сложить в одну мисочку, помешать, возможно, получится что-то совершенно другое, новое и интересное. От каждого взять самое лучшее и создать такой единый проект. Да. Но я так понимаю, что сейчас на контакт люди идут, вы уже известны, вы уже у нас-то не первый раз здесь находитесь, то есть вам доверяют, как вы сказали,
А что говорят власти по поводу вашей организации? Есть у вас контакты с администрацией, с депутатами? Я скажу, что у нас не то, что контакт, у нас с некоторыми из них близкая дружба, потому что в наше время без дружбы, без поддержки ты вперед дальше не пойдешь. У нас проект некоммерческий, у нас нету фонда. У нас мероприятия бесплатные, у нас 1 000 000 подарков для людей, которые к нам приходят и принимают какие-то активное участие в этом. И без поддержки не получилось никуда. Ничего. То есть нас поддерживает общественная палата, нас поддерживают заместители главы, глава, депутаты. То есть мы со всеми всегда на связи, мы знаем, как решить какой вопрос. Нас узнают, нас знают, мы знаем, кому, если что, идти. К нам обращаются за помощью, потому что, ну, так или иначе, нам тоже доверяют. Ну вот это здорово, и на этой приятной ноте мы будем завершать наш разговор. Еще раз напомню, что сообщество с таким... А кто название-то придумал? Название родилось само собой, именно потому что, когда мы разговаривали, ну как мы будем называться, мама Люберец, а сколько таких мам Люберец, их же много. Надо как-то так. Да, и давайте, что мама не в сети, мама не в сети, давайте возьмем другое слово, и мы взяли вот это другое слово, и оно так природнилось, и мы через месяц думаем, может, по-другому назовемся, я говорю, да нет, так уже нельзя. Сообществу «Мама офлайн» 10 лет. Об этом мы говорили сегодня с Еленой Гайфуллиной, руководителем Люберецкого сообщества «Мама офлайн», которое на достигнутом не останавливается. Во-первых, продолжается рождение детей. Не обязательно, если у вас есть один ребенок, что на этом надо останавливаться. А во-вторых, сообщество думает о том, как менять свою работу, чтобы еще много-много интересного предложить всем участникам этого сообщества. Вам удачи. Спасибо вам за ваш такой... Не могу сидеть без дела, называется. Да. Не могу, хочу чем-то участвовать. И вот это превращается в такой замечательный, а главное, нужный проект. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания.